Ну, вот я и подумал, что тьма и кошмары ходят рядом. Что ты там шепчешь? Заклинания какие-то? Фух. Это тебе! О, здорово! А чё она так радуется? А её видео с Эдгаром вошло в топ-3 этой недели на Ютубе. Походу мы её надолго потеряли. О, Эдгар уже пришёл, а я даже его и не заметил. Я лагаю, постой. О, Мортис великолепный готов к новым знаниям. Ты сегодня в хорошем настроении? Ага, отличный денек. Привет, а видео вышло в топ. Какое видео? Это. А, да, не думал, что я это скажу. Но Эдгар красавчик. Может, хватит? Вот именно, хватит болтать! Урок уже начался! А тема сегодняшнего урока – скины! Ого, классная бита! Это что, для вашего нового скина? Возможно! Вот решила протестить! Хм, а есть ограничения? Или можно придумать, что захочешь? Да, ограничений нет, главное, чтобы скин был абсолютно новым! Эдгар! Тебя совсем не слышно сегодня. Ты хоть понял задание? Да, все понял. Подозрительное спокойствие. Ну, допустим. Итак, вы выбираете какой угодно образ. А то, что мне понравится больше всего, получит от меня сюрприз. А сколько у нас на это времени? Время уже пошло. Ну, у меня уже много скинов. Что бы такое придумать? Эмс. Да, Мортис. Одолжи телефончик на 5 минут. Хочу один образ посмотреть. Держи. Это все, что ты хотел? О, ага, спасибо. Крутяк, это что, питон? Угу, думаю, крутой скин. Акула есть, оборотень есть, а вот питон просто будет классно смотреться. Сто пудов. А я вот никак не могу выбрать. А между кем и кем? Ну, Геркулес или Тарзан? Они оба сильные. Ну, не знаю. Вот и я не знаю. Бебе Анрольдовна, когда можно сдавать свою работу? А ты что, уже готов? Угу. Его придумали за меня. Он уже появился, поэтому сойдет. Видел я этот скин. Атаку сумеешь делать? Или только на маракасах играть? Прикольно! А чё, такос будет? Я бы поел! Нет, разве что с ядом! Жаль! Нет так нет! А у меня уже все готово! У меня тоже почти! Я что-то пропустила? О чем речь? Ну, мой новый скин, там сомбреро, новый шарф, ну в общем, круто! Да, но не ты его придумал! Зато новый. Какой-то ты подозрительный. Как будто после урона. Иди домой. Нечестный мир. А столько стараний. Надеюсь, это ненадолго. Вернемся к теме урока скины. Кто готов ответить? А можно я? Неожиданно. Ну давай. Вот мой новый скин.
Посмотрите, зацените. Ты серьезно? Ну да. А расскажи подробнее. Легко. В общем, все знают, кто такой Фредди Крюгер и что он обычно нападает в кошмарах. Ну, вот я и подумал, что тьма и кошмары ходят рядом. Плюс он тоже носил шляпу, и маникюр у нас с ним тоже похож. Не, ну прикид, конечно, у него стильный. Кстати, а шрамы тоже у тебя будут? Блин, я об этом как-то не подумал. Шрамы как-то чересчур. Такой скин я точно не ожидала увидеть. Ага, спасибо. Да. Ну что, кто следующий? Мне понравилось. Да, и как я про шрамы не подумал. Мне понравилось. Эх. Мне понравилось. Что ты там шепчешь? Заклинания какие-то? Это тебе! Это что такое? Это парные кулончики. А я сама сделала им крылышки летучей мышки. Что, сразу два? Понимаешь, одна половинка сердца с крылышком будет у меня, а вторая у тебя. А вместе это одно целое сердце. Ну, одна летучая мышка. Ты чё, серьёзно? Ты это для меня сделала? Ну да. Я знал, что ты выберешь меня. Так ты притворялся, что тебе на меня плевать? Ну не то, чтобы притворялся, но просто решил тебе немного проучить. По-моему, сегодня кому-то будет весело идти домой. Ага, кто-то влип. А к доске идет отвечать. Эль Примо. Ну, я не думаю, что ты сможешь меня удивить после Мортиса. Не знаю, я старался. Это... Ну да, это Тарзан, он сильный и дружит с животными. Но я подумал, если у меня будет слон, то мне нужен такой скин. Я не справился с заданием. Ты что, справился? Конечно, справился. Я вообще думаю, что этот скин пользовался бы просто колоссальной популярностью. Ой, спасибо. Я пойду, а? Не расстраивайся. Прикольный скин. Ну, не знаю. Ну что, Леон, удивишь, как остальные? Не знаю, но я давно об этом скине думаю. Ну вот, это то, что я ожидала. Это питон? Ага, я смогу делать прыжки, когда я невидимый, и выпускать яд. Мне кажется, что это круто. Это и правда лучший скин, поэтому от меня будет сюрприз на следующем уроке. Ну все, сегодня я всем покажу, кто тут креативный. Привет! А ты уже не обижаешься, ну, за видео? Все норм. Привет! А я тебе подарочек приготовил. Это тебе. Ты мне кулончик подарила, а еще и заменил. Не успела себе новый скин придумать. Он такой красивенький. Ага. Ты думал, подойдет? Мистер Бэт хочет поиграть. Ну что, готовы, бездельники? Почти получилось. Печалька. Да, нужно было стать невидимым. Так это ж ты так умеешь, а я нет. Ну все, хватит. Садитесь за парту. Слушай, я такой скин придумал. Отпад. Круто.
Ну, ага. Итак, тема нашего урока – скины. Часть вторая. Первая была довольно увлекательной. Тем более, не все тогда успели выступить. Так что, тема ясна, время пошло. У меня вопрос. Ну, попробуй. Вы за прошлый скин сюрприз обещали. Ах, да, точно. В общем, сюрприз. Можешь сегодня перевоплотиться в любой из скинов. Тех, что уже есть, или выдумать еще какой-то новый. Ух ты, я подумаю. Тогда удачи. Ребята, а вы знали, что не только герои Бравл Старс имеют звездную силу, но она есть и у каждого из вас. Смотрите, вы берете свой пальчик, опускаетесь вниз этого видео, и у вас есть вот такая красная кнопочка подписаться. Вы на нее нажимаете, и она автоматически становится серенькой. Ребята, и как только настанет 500 тысяч, сразу же на канале в нашей школе появится новый крутой бравлер. Ну что, поехали? Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Ну что, какой скин возьмешь? А что если... Ого, чувак, мега круто! А я знаешь, что придумал? Не-а. Подожди, сейчас покажу. Я уже даже заготовки с собой принес. О! Скин привидения на Хэллоуин? А вот и нет. Не обращай внимания, я думаю, у тебя получится очень крутой скин. Спасибо. Эдгар, я надеюсь, в этот раз ты придумаешь что-нибудь сам. Я уже придумал. Рассказать? Дадим еще 5 минут остальным, но отвечать будешь первым. Да без проблем. Ну как? Я похожа на репортера? Ага, а тебе идет. Я вот тоже почти сделал свой скин. А расскажите об этом подробнее. Простите, но интервью до презентации не дам. Ах да! С прессой, между прочим, ссориться. Это плохая примета. Не, ну нормально. Я и скин придумал, а она мне... Без комментариев. Так, время истекло. С кого поначать? Ах, да, Эдгар, ты первый. Давай, выходи. Копать, хоронить. Эдгар перевоплотится в бабушку. И платочек подготовил. Пресса, возьмите у него интервью. Ведь никто, кроме склепов, нигде не бывает. Проясню, это арабская арафатка. Продемонстрируй или расскажи, что она умеет. С удовольствием. Это что за звук? Расскажите, пожалуйста, как вам пришла столь гениальная идея? Однажды я был на арене в пустыне, и вот там... Мрачный свет! Мой скин тебя уничтожит! Я с тобой еще разберусь! Ой, не обращайте внимания, он просто завидует! Расскажите, пожалуйста, подробнее! Я могу остановить песчаной бурей любого бравлера или даже группу. А еще я могу подкинуть сыпучие пески. Это удивительно! Благодарю. Фантазии ноль. Только платки и шарфы. Ну, что у тебя с фантазией, мы скоро узнаем. А Эдгар красавчик, прям удивил. Эмс, твоя очередь. Я так понимаю, ты репортер? Ага, но микрофон с сюрпризом. Он умеет создавать эти звуковые галлюцинации. Ну, правда, сейчас максимальная дистанция только 30 метров. Ну, а зато они могут длиться бесконечно. Ну, почти бесконечно. Пока батарейка не сядет. Не понял, а это как? А вот так! Касатка! Ну как? Слушай, это ж так и с ума можно свести! Спасибо, я старалась!
Но это еще не все. В разработке мне сейчас диктофон. Но пока что его способности секрет. Ну что ж, это действительно необычно и жутко. Засчитываю. Мортис, ты следующий. Легко. Ниндзя-вампир выходит на охоту! А из чего это твой скин сделан, а? Из какой-то футболки. Спортзале нашел. А что? И вообще, какая разница? Главное, мой скин может... Что происходит? И вообще, где уважение к великому ниндзю? Это же моя футболка! Я ее уже месяц ищу! Ну я же не знал! Твоя футболка пострадала ради высшей цели! Я тебе сейчас покажу высшую цель! Да ты хоть знаешь, сколько она стоила! А теперь так будет с каждым, кто захочет испортить мою вещь! Браво! Ты лучшая! Ниндзя-вампир останется для нас загадкой. Переходим к следующему. Эль Прима, твой выход. Прошу. Ну все, пожелай мне удачи. Удачи. Что за покажу? О. Заинтриговано. Это круто. Раз, два, три. Это мой скин. Я... Стесняюсь спросить, это простыня? Это наряд Геркулеса, но так же одевались древние греки. Почти. Ну это жалко, не могу. Эль Приму, как всегда, красавчика. А что не так-то? Мой скин очень сильный и умеет разные крутые штуки делать. Я верю, верю. Но внешне, ну как бы это сказать, помягче. Много недоработано. Вот именно. Но идея супер. Давай, ты дома доработаешь, а на следующий урок покажешь. Хорошо. Это что такое? Оно забрало мою арафатку! Оно! Не вижу Леона. Я так понимаю, он воспользовался моим сюрпризом и решил отомстить тебе за Эль Приму. Ну, в целом логично. Как думаете, какой именно скин применил Леон? Напишите в комментариях, а я буду ждать вашего ответа. И про лайк не забудьте, если вам нравится наша школа Бравл Старс. До новых встреч!